Салам алейкум. Сегодня мы будем устранять причину переключения коробки передач автомобиля Hyundai Elantra 2014 года. Проблема у этой машины такая, она прошла 180 тысяч почти, 176. Когда мы отжимаем сцепление, очень тяжело заходят все передачи. Про заднюю я вообще молчу. Потому что задняя — это ужас, ездить так нельзя. Проблема в сцеплении, в педали сцепления, точнее в цилиндре. Будем это дело устранять. Все дело в том, что смотрите, какой ход у педали. Вот. Только сейчас начинается усилие на, получается, вот он цилиндр, плохо видно, вот он, да. То есть нам надо устранить вот этот холостой ход. Посмотрим, что-нибудь придумаем, сегодня сделаем, завтра на линию. Так, вот я замерил нашу шайбу, замерил то, что у нас получается наш лифт, то, что у нас выело. Так, 4 миллиметра я у нас съела, вот все параметры детали. Сейчас я ее визуализировал в 3D, то есть она у нас будет вот такая, вот так вот, да. В общем, вот такая деталь у нас будет. Все, сейчас начнем ее фрезеровать. Вот наша шайба, вот наша деталь, которая у нас получилась. Я не стал ее там обрабатывать, прям делать суперпроходы, потому что это вообще не нужно. Ее никто видеть не будет, поэтому она такая. Я сразу черновую ее сделал. Все, сейчас пойдем поставим, попробуем. Ну все, вот вы видите. Она села как родная, сразу зашла. Сейчас фокус здесь очень тяжело снимать, потому что сейчас фокус. Вот она, видите. Все, она села. Сейчас я шпильку одену. То есть замена у вас максимум, вы потратите там минут 10. И вот уже сейчас видно, смотрите сразу, что люфт пропал. Вот сразу ход. Поршень сразу двигается. Ну, сейчас посмотрим. Итак, машина заведена. Бисмилляхи рахмани рахим. Нажимаем сцепление. И смотрите, это чудо. Мизинец. Смотрите, задняя скорость. Что я могу сказать? У меня получилось по все вопросы по ссылке, которая будет ниже. Звоните, если надо, изготовим. И что я пойду возьму казы, наверное. И в честь такого приятного события я приготовлю бешбармак и покушаю его. Вообще я очень рад. Смотрите, как, а? Как я мучился, а? Как вот этот вот хруст, вот этот был. Люди говорят, что? Вот оно. Всем спасибо. До свидания.